Мечты сбываются банально? Нет, жизненно. Это доказывают междуреченцы. Они стараются добиваться успеха. Наш земляк Данил Шигапов со своим другом принял участие в телевизионном проекте «Песня» на ТНТ. Готов он сейчас поделиться своей историей, ведь Данила не раз выбирал Максим Фадеев, известный музыкальный продюсер. Данила с нами на связи. Привет, Данил, расскажи нам, как ты прошел кастинг? Я и мой друг Саня Воробьев. Он вообще зарегистрировал нас. Я прослушал на Василия. Очень понравились музыкальным продюсерам таких лейблов, и нас сразу взяли. На самом деле, изначально мы достаточно уверенно туда ехали, Мы были уверены в своей музыке, и в своих силах, и в том, что мы делаем совсем неординарные вещи, не так, как делают все. Поэтому не волновались, но, естественно, не волновались до того момента, как пока не приехали туда. Там же все профессиональные музыканты, там, детство занимаются. Я музыкально это закончил школу, но все равно в плане вокала я не особо разборчик. А они там все вокалисты, я думал, вот это конкуренция. Но я потом понял, что не так сильно влияет вокальный танк, как твоя подача. Давай сейчас послушаем кусочек твоего выступления. Скажи, пожалуйста, вот ты совсем маленького города, из провинциального, расскажи ребятам, которые до сих пор стесняются своего таланта, что им делать и как им быть? Я от себя лично, и, наверное, от Санька тоже, он вообще с города Алтайска. Хотелось бы сказать вообще всем жителям маленьких там городов, да и вообще любым, что нет ничего невозможного для достижения своей цели. Все, что нужно, это потратить много сил. Иногда очень много сил. Все возможно, на самом деле. Из любого города, из любой семьи, из любых ситуаций можно добиться того, чего ты хочешь, главное желание. Спасибо, желаем тебе только удачи.